Морозы этой зимы могут сказаться на популяции местных птиц, если вовремя не провести подкормку. Так считают специалисты лесничеств и призывают на помощь школьников. В Алуйках взрослые вместе с детьми мастерили и развешивали кормушки. Съемочная группа «Мира Белогорья» познакомилась с меню столовой для зимующих птиц. С папой эту кормушку мы сделали за 2 дня, и я ее принес в школу. 10-летний Артем с одноклассниками в районной акции «Школьный птицеград» участвует уже несколько лет. Каждую зиму во дворе учебного заведения появляются их кормушки для пернатых. Потом они нам будут, ну, как бы благодарны, потому что, ну, мы для них сделали такую работу, потому что зимой как бы снег таким слоем лег, а особенно у нас тут, ну, что им очень тяжело добыть еду. Корм для птиц ребята обычно собирают сами. Хлебные крошки, семена подсолнечника, пшено. В этом году наполнить птичьи столовые едой помогли работники Валуйского лесничества. Меню школьных птицеградов района они разнообразили просом. У нас получается на каждую школу мы по мешку это зерна выдаем. Это большое подспорье и дополнение к тому, что имеется. Также Валуйский лесхоз у нас изготовил кормушечки каждой школе по 2 штучки. Внимание взрослых к проблеме охраны природы очень важно. И не только для птиц, в первую очередь. Такие уроки воспитывают детей. В душе ребенка всегда останется вот эта доброта. И я думаю, она сохранится у них на долгие годы и передастся своим детям, своему поколению. Такие акции пройдут во всех школах Валуйского района. Александр Кветко, Наталья Давыдова, «Новости мира Белогорья».